Казахстану нужен новый закон о мирных собраниях. Таково единодушное мнение казахстанских правозащитников. Действующему в Казахстане документу когда-то подарил жизнь президент Назарбаев. Поздние дополнения к нему были приняты, как по команде, маслихатами во всей стране. Все это лишило казахстанцев права на протест. Какие нормы следует прописать в новой концепции закона? Опыт каких стран учесть? Эти и другие вопросы стали предметом острой дискуссии в алматинском офисе Бюро по правам человека. Мы решили иметь свою концепцию, свой вариант закона о мирных собраниях, который будет предложен как для общества на обсуждение, правильно ли мы видим, как мы хотим, чтобы она соблюдалась, и потом будет предложено для правительства как вариант, который они должны учесть при разработке законопроекта в будущем. За основу решили взять проект, разработанный известным правозащитником Евгением Жовтисом несколько лет назад. Принципиальный момент – право на собрание должно носить уведомительный, а не разрешительный характер, уверен юрист. Нам приходится регламентировать или описывать процедуры, которые в странах демократических даже не описываются, и смысла нет о них рассуждать, просто потому что там власть все-таки стремится к соблюдению этих прав и предполагает, что право на другую точку зрения, право на собрание, право на объединение, право на участие в оппозиции или политически – это естественные нормальные права, и никто не рассматривает это как некую угрозу безопасности там, или правопорядку. Помимо уведомительного характера, в новом законе должно быть четко определено понятие собрания, чего, к примеру, нет в действующем законе и позволяет властям наказывать граждан даже за флешмобы, возложение цветов и подачу петиций. Также правозащитники предлагают ввести понятие «спонтанное собрание» по срочным, животрепещущим темам, которые можно проводить и вовсе без уведомления. Но это в идеале, а пока в стране люди получают административное наказание за любую акцию протеста, даже одиночные пикеты.